Делаем новый салат. Яйца, тунец, айсберг. Ву-а-ля! Готово. Салатик с тунцом, с айсбергом и яичком готов. Девочки, как всегда, пробу снять нужно. Буду запивать молочком. Не знаю, можно, нет, рыбу запивать молочком. Ну, мне можно. Посмотрите, какое жирное молоко. 4%. Сейчас перемешаю. Здесь, значит, тунец, яйцо и салат айсберг. И горчичный майонез. Так, ну что, снимаем пробу. Поворот-то. Как вкусненько. Приятного аппетита мне. Ой, какая вкуснятина. Он такой легкий, такой, знаете, свеженький. Ой, как вкусно. Аж хрюкнула. Отправляла Костяна по делам. Надо было там кое-что оплатить. Окрошки захотела. Окрошки. У меня нет картошки. Так, это что? Чипсы. Моцарелла спасто. Это что? Ух ты, какой шоколад. Какой он большой. Сколько здесь? Грамм. 200. 202 грамма шоколадка. Так, это что-то. Это что-то есть попить. Так, мне картошечка. Мне должны быть еще огурчики. Я хочу окрошку. Еще какую-то шоколадку взял. Так, и я заказала мне один огурчик. Все, яйца я сварила, колбаса есть, квас есть. Нет зелени. Но она, говорит, такая некрасивая в магазине. Поэтому буду кушать только с лучком. Окрошечку. Решила сегодня заняться своей косметикой. Это у меня ведро. Полные карандаши для губ, для глаз. Ну, это бьюти-ящик марикейновский, тоже косметика. Ну и холодильник мой полнёхонек. Еще вот столько. Еще две косметички забитые в сумке. Надо разобрать. Так, надо не перепутать, что новое, что старое. Новое у меня тоже вагон. Не тронуто это все новое. Я забыла, что у меня есть и тинты для губ. Аж 5 штук. И такая, и такой набор помад. В общем, решила все разобрать. Все разобрать. А тональников сколько? И в холодильнике тональники. Все, какие только можно было, я все скупила. Но все новые, ни разу не пользовалась. В общем, занимаюсь делами. Вот все это разбираю. Так, навела порядок, девочки. Это у меня чемодан марикейновский. Так, сейчас покажу, какой я тут порядок навела. Значит, вот так вот. Это у меня всевозможные подводки для глаз. Всякие разные цветные, ну, мало ли куда, матовые. Просто черные, потом, значит, влагостойкие. Здесь у меня вообще все новое, все подводки, какие есть. Вот гели для бровей, это еще все новое. Тоже вот эти две полочки у меня новые. Тинт для губ, 5 штук. Вот эта штука очень хорошая. Триммер, волосы в носу, в ушах, у кого где, на батарейке. Так, дальше что? Порядок какой, видите? Здесь у меня хайлайтеры всевозможные, блестюльки. Есть еще вот такие подводки. Я, кстати, тоже люблю такими пользоваться. Марикейновская, видите? Ну, стрелки рисовать. Вот, тут еще попалась. Такая синенькая стрелки рисовать. Так, вот подводочка. Тоже стрелки рисовать. Черная. Ну, смотрите, полграмма. Наверное, там в ней. Прям совсем вот на дне.
Так, сюда вот тоже попала подводочка от Седа. Так, здесь у меня тени, румяна. Это, значит, гели вокруг глаз. Вот этот гель очень красивый, он такой светоотражающий. Ну, а здесь внизу крема, тональники, которыми я набираю, а пользоваться не пользуюсь. Всевозможные крема. Даже есть... Забыла, как называется. Тейпы, тейпы. Второй подбородок утягивать. В общем, здесь у меня полный фэшн, полный порядок. Все. Убираем. Отодвигаем. Ведро вот такое у меня красивое. Ведро у меня полное карандашей для губ, для глаз. Все, что мне не нравится, все я выбросила. Оставила, что нужно. Так, холодильник свой, любимый бьюти, я ставлю теперь пока в спальне. Он у меня там работает. Холодильничек у меня загружен масочки и крема, которые нужно хранить только в холодильнике. Это для век мазь. Это тоже вокруг глаз. Патчи два вида. От черных точек. Ну, короче, всякое. Все здесь. То, что должно храниться в холодильнике и хранится. Так, это у меня что? А, улиточный крем, кстати, вот надо его достать. Ой, как он пахнет вкусно. В общем, все, что должно храниться в холодильничке, оно у меня тут. А сейчас хочу сделать вот такую масочку. Приготовила себе грязь. Грязевые маски. Очень полезные. В общем, видите, занимаюсь делами. Ногтями неудобно закрывать. Все. Мой любимый красивый холодильничек вот такой фирмы. Закончилось у меня мыло пенка в дозаторе Xiaomi. Xiaomi. Вот принесла, сейчас налью. Надо уже ехать на маникюр, у меня полное безобразие. Ну что, дегустируем вчерашнюю рыбку. Я думаю, что она уже засолилась. Сутки прошли. Ужин такой, значит, салатик с тунцом. Очень вкусный. Я уже поела, мне очень нравится. Добавочку положила, ну чуть-чуть. И вот так вот сейчас будем пробовать рыбку. Белиссимо. Божечки, как вкусно. Вот с таким вот творожным сыром. Ба. Третий раз я покупаю на неделе яйца. И все время хочу приготовить окрошку. Неделю хочу приготовить окрошку. Но у меня все нет то времени, то сил, то желания. Не могу найти, сижу, где написано, какие яйца. С1, С0. Хочу убрать все разнобойные кружки цветные и поставить вот такие вот. 6 штучек поставить и все. Но куда девать все старые? Выбросить жалко, они все целые. Куда их девать? А все одинаковое поставить будет 100 раз аккуратнее. Это у меня Изабелечка сидит. Моя маленькая красотулечка. У меня опять дела, девочки. Опять дела. Купили мы сегодня с Костяном лосось.
Так, сейчас покажу. Лосось с головой, потрошенный, глазированный. 2 килограмма 768 грамм. Представляете? О, какая красота. Я хочу, значит, половину сделать стейки. До духовки убрать в морозильник. Ну, естественно, голова на уху. А половинку я хочу сделать слабосоленый. Чтобы на утро, на завтраке у нас была рыбка на бутербродиках. Так, это мы ждем, он еще, видите, мороженый. Ждем, пока тает. И Костян купил мне 1,5 килограмма свиного фарша. Это я буду делать ежечки, но без риса. Такие, ну, шарики в беконе, вот. А лосось оттает немножко. Его надо вообще резать и убирать кости, когда он, ну, слегка подмороженный, чтобы не был мягкий. Ну, а сейчас он совсем мороженый. Только купили. Вот. Ну, дорогой, конечно, дорогое удовольствие. Вот такую рыбину я покупала, уже готовую, слабосоленую, она вытянула на 7 тысяч. Ну, это, конечно, в 2 раза дешевле. Посолим сами. Мы все умеем. Так, что получается? Это уха, голова, хвост. 6 вот таких хороших жирных стейков. Это для духовочки. Этот кусочек я сейчас засолю. Этот кусочек я уберу в морозильник и засолю, когда съедим эту. Потому что, ну, чтобы, дабы нам все это быстро не съесть, чтобы не испортилось. Этот сегодня солим, этот убираем в морозильник. Вот такое количество. 600 грамм. Я засолила рыбки. Нам пока хватит. Остальное в морозильнике. С рыбой покончили. Новый блюд. Новый блюд. Здесь ровно 1 килограмм свиного фарша. 2 крупные картошки на мелкой терке. Соль, перец, травки, базилик, лучок. Это я формирую сейчас в фарш. Нарезаю вот такими маленькими квадратиками сыр. Вовнутрь каждой котлетки я положу сыр. Ну, не котлетки, а шарика. И каждый шарик я обмотаю беконом. Ну и все, и на сковородочку. И будем тушить. Так, девочки, формируем. А вовнутрь укладываем сыр. И делаем такой маленький шарик мясной. О, какая красота! Внутри кусочек сыра, фарш и все это в беконе. Чуть-чуть не хватило на 3 штучки бекона, но ничего страшного. Так, девочки, вот такие у меня колобочки в беконе. Соус, банка сметаны, стакан сметаны, 350 грамм. Буздякский, краснодарский соус, я все перемешала и вот так вот залила. Вот такая красотища и вкуснотища. Сейчас будем пробовать, так сказать, снимать пробу. Так, девочки, смотрите, какая вкуснятина. Внутри сыр расплавился, снаружи бекон. Мой ужин. Макаросочки немножко отварила. Это еще форелька. Это десерт. Ну и запиваю, как всегда, молочком. Все, мне приятного аппетита.